Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 31 июля. В Одессе буквально несколько минут назад прогремел сильный взрыв. Сообщают о том, что в области есть прилет. Но на данный момент я нахожусь на Аркадии, и взрыв было очень даже сильно слышно. Он был глухим, отдаленным, но слышно. И сперва услышали взрыв, потом появилась информация о прилете в области. Сейчас уже, сразу же после взрыва, началась воздушная тревога. Обстановка напряженная, пока нет никакой информации, где именно был нанесен ракетный удар, куда именно прилетело. Как только информация какая-то появится, сразу же буду сообщать на своем канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока.